Что происходит в голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? Их нельзя просто спросить. Возможно, геном человека и шимпанзе идентичен на 98%, но оставшиеся 2% решают все. Опять все потекло. Пацаны! Ну это жвачка какая? А нет, не жвачка вообще. Блин, если я не ошибаюсь, то это единственная жидкость с бананом, которую я выпил до конца. Флакон-то не пустой. Мне кажется, что это может быть Гавайи. Сейчас, не трогай меня. Нет, это не Гавайи. Это что-то фруктовое. Фруктовое, как фрукты. И напоминает жвачку. Такую свежую, сочную жвачку. Я, конечно, не настаиваю, что это... Bubble Gang. Сейчас, не трогай. Ну, блин, там Apple, там Sour Apple. Типа он как бы кислый, но на самом деле, ну, не особо он кислый. Он такой, как бы... Это Пачамама. Какая Пачамама, ты о чем вообще? Ну, в Пачамама чувствуется бананчик. Блин, из-за этого я про бананы вспомнил. Куда салфетки упали, пацаны? Салфетки потерялись. Лайки. Все, супер. В Пачамама чувствуется бананчик. Бананчик и какие-то цитрусовые, поэтому я вспомнил про Гавайи. Вот, и какие-то фруктики, поэтому я вспомнил про Bubble Gang. Я не дурак, я знаю, что это за вкус. Да, там точно есть грейпфрут. Я знаю, что это вкус Пачамама. Андрей, что же это за вкус, Андрей? Что-то очень интересное, да. Это Пачамама,